Друзья, всем привет! Сегодня с вами будем печь банановые маффины. Понадобится, значит, один банан. Вот в такую чашу блендера погружаем уже нарезанный банан. 50 миллилитров молока вливаем сюда же. 3 столовые ложки сахара и чайную ложечку разрыхлителя. Вбиваем одно яйцо. Сначала разбиваю в отдельную мисочку, мало ли что, иначе можно перевести столько продуктов, да? Вот так вот делайте. Так. И 2 столовых ложки растительного масла. Сейчас все это нужно быстренько пробить блендером и всыпать муку. Теперь сюда всыпаем муку 100 граммов и перемешиваем. Все, тесто готово моментально. Смотрите, какое оно хорошенькое. А теперь раскладываем в силиконовые формочки и выпекаем. А еще решила добавить конфет. Вот таких вот взяла на 3 части. Разрезала и вот так вот чуть-чуть в серединочку добавлю. При выпекании они немножко размягчатся и будет еще вкуснее. Хватило теста у меня на 9 кексиков. Я думаю, что будет в самый раз по объему. На 2/3 формочки заполняем. Вот у меня одна даже слишком полная, как бы не вылезла. Ну ладно, как будет. Все, ставлю в духовку на 180 градусов. Как у вас с погодой? У нас наступает весна. Смотрите, какая красота на березах. Ну вот и все. Кексики готовы, конфеты растаяли. Вот так вот начали прям вкусными потеками вытекать. Вот. А как остыли, там образовались вот такие вот ямочки. Вот так раз и все. И я решила сюда сделать вот по такому орешку. По четвертинке грецкого орешка. Я думаю, что я этим не испорчу. Вот. Но вы можете просто без конфет сделать. Во, что я хочу сказать. Можете не заморачиваться, чтобы не было вот такого. Ну а так это, конечно, все вкусненько. Вот эту вот отломила. Она такая прям вкусная. Растопленная конфетка. Ну и все. Быстро, моментально делать. Вообще очень быстро получились они. Выпекались 20 минут. Все, готово дело. Вкусные. Вот так вот 9 кексов. Быстренько раз к чаю. И все готово. А продукты самые обыкновенные. Ничего. Ну если только бананов не окажется, да? Вот. Ну все на этом. Всем пока. Всего вам самого-самого наилучшего желаю. Кушайте кексики, пеките. Это легко и просто. Все, всем пока.